налоговой инспекции Химок дни открытых дверей. Они приурочены к массовой кампании по оплате имущественных налогов за налоговый период 2022. 19-26 октября и 9 и 23 ноября с 9 до 20.00 сотрудники распечатают налоговые уведомления по налогам на имущество, транспортному и земельному. К тому же химчане смогут получить консультации о ставках, вычетах, льготах. Разъяснение по имущественным налогам физлиц дала главный государственный налоговый инспектор отдела камеральных проверок номер 3 Наталья Иманова. Срок уплаты имущественных налогов в этом году приходится на 1 декабря. То есть на 1 декабря все налоги должны быть уплачены налогоплательщиками. В случае, если налогоплательщик не получил уведомление, то по сроку на 1 ноября нецелесообразно обратиться одним из способов. Или обратиться в налоговый орган лично, непосредственно самому налогоплательщику, либо его законному представителю с доверенностью. Либо обратиться через сервисы онлайн, личный кабинет, либо через многофункциональный центр с подачей заявления для получения сообщения об исчисленных суммах. Если человек не уложится в этот срок, то по сроку 1 декабря начисления будут в личных кабинетах уже произведены, и у налогоплательщика образуется задолженность. Основными изменениями в этом году по предоставлению налоговых льгот для категории граждан, которые были указом президента Российской Федерации, мобилизованы для участия в военной операции, либо лица, которые проходят военную службу по контракту, им предоставляется льгота на одно транспортное средство мощностью до 150 лошадиных сил. Льгота эта предоставляется на основании сведений, которые имеются у налогового органа, либо на основании тех сведений, которые вместе с заявлением поступают к нам либо непосредственно от лиц, которым предоставляется льгота, либо от их законных представителей. Напомним, что дни открытых дверей пройдут в налоговой инспекции 19-26 октября и 9 и 23 ноября с 9 до 20.00. Елена Тараненко, Вильфред Демковский. Новости Химки ТВ.